Должникам со стажем встречи с судебными приставами не избежать. Сегодня к симферопольцам, которые осознанно не оплачивают коммунальные услуги, наведались гости в форме. Ко всем, кто долгое время оплату счетов откладывал в долгий ящик, управляющая компания «Жилсервис» совместно с судебными исполнителями приехала с визитом. При этом каждая неуплата разбирается в отдельном порядке. В некоторых случаях причина задержки – длительная обработка банковских операций. Судебный пристав беспокоит ваше здоровье города Симферополя. Смотрите, у нас поступил судебный приказ о взыскании с вас в пользу Жилсервиса 13 тысяч. Погашена у вас задолженность? Вот так просто при помощи гаджетов владелец квартиры отправил квитанцию об оплате исполнителю. В свою очередь управляющая компания ее проверила. Претензий к этим жителям теперь нет. Такие рейды у судебных приставов проводятся почти каждый день в рабочем порядке. Люди в форме наведываются к тем, кто забыл или не захотел свести счеты по долговым квитанциям. Проходит рейдовое мероприятие непосредственно с муниципальным монетарным предприятием «Железнодорожный жилсервис». В рамках рейдовых мероприятий нами осуществлен выезд по адресу, где выяснено о том, что должником задолженность погашена в полном объеме, где непосредственно в телефонном режиме представители жилсервиса созвонили с абонентским отделом и предоставлено письмо о том, что задолженность погашена. На основании этого письма мы закроем исполнительное производство в связи с фактическим исполнением. Если в момент визита исполнителей должника не оказывается дома, приставы оставляют повестку. После этого через некоторое время посетят недобросовестного плательщика повторно. Анна Беляева, Александр Рыбин, служба новостей ИТВ.